Сегодня мы дарим вам эти два автобуса. Желаем, чтобы вы на них передвигались безопасно. Они оборудованы полностью всеми необходимыми средствами. И удачи вам на футбольном поле. Очень приятно вам сделать этот подарок. Я нисколько не сомневаюсь, что вы будете добиваться как можно больших успехов, и вот эти транспортные средства будут этому способствовать. Мы очень ждем вас в нашей главной любимой команде. Вот. Пусть все у вас получится. Здоровья вам, успехов в спорте, успехов в учебе. Вот. Ну и мы также будем продолжать оказывать всяческую помощь и поддержку. Я хочу сказать слова благодарности. Как в целом всей корпорации «Газпрома» в лице Алексея Борисовича Миллера, так и Михаил Михайлович вам, и, конечно, Олегу Владимировичу, как региональному представителю вашего большого такого грандиозного завода. Именно благодаря поддержке «Газпрома» мы сегодня имеем возможность развивать футбол в Астраханской области в том объеме, в котором мы развиваем. И эти сегодняшние подарки, ваши два автобуса, это очередная возможность нашему региональному центру по футболу развить и футбол еще больше, вести его в массы. Мы благодаря поддержке «Газпрома» реализовываем на территории субъекта проект «Футбол в школу», который очень высоко оценен Российским футбольным союзом. Благодаря нашему спонсору «Академия» наша пополнилась 2 единицами транспорта. Вот. Хочу сказать, что плоды работы молодежного направления «Академии Волгаря» уже видны. Вот. Дело в том, что, может быть, знаете, недавно был озвучен список состав сборной России по футболу. Так вот, 4 человека сборной России прошли так или иначе путь своего становления в Волгаре. Вот. Я надеюсь, что с помощью спонсора, с помощью нашей кропотливой работы, тренерской работы, будет пополняться число профессиональных футболистов из именно Академии Волгаря. Вот. Есть, появляется возможность ездить действительно по нашему региону, в отдаленные какие-то районы, где просматривать детей, обучать их, проводить мастер-классы. И все это должно, безусловно, дать свои плоды. Вот, поэтому огромная благодарность генеральному спонсору. Я надеюсь, что не подкачаем. Очень хорошо.